Уборка реки Мерекески проводилась в рамках всероссийской акции «Нашим рекам, озерам чистые берега». Проблема очень важна, потому что в пределах любых населенных пунктов, я думаю, водные объекты, в общем-то, страдают от вот этого антропогенного воздействия, прежде всего, замусорения. Вот эти акции ежегодные, и город Димитровград также участвует вот в этой вот акции. В субботнике, организованном местными экологами, приняли участие и димитровградские школьники. Чтобы убрать мусор и чтобы люди больше не оставляли такого мусора, потому что это вредит природе, ну, как бы загрязняет окружающую среду. Наверное, просто убрать мусор, чтобы загрязнение в природе было менее глобальным. Да, действительно, все так запущено. Очень много мусора. Но я думаю, что стоит собираться также убирать. Ежегодно. Подобная акция по уборке территории возле димитровградских водоемов не последняя, которая будет проведена в рамках федеральной программы «Вода России». Татьяна Лисеева, Тарас Шкуренко. Наше время.